В дополнительных комментариях этот ролик не нуждается, только хотел сказать несколько слов, что на эту подборку вышли не российские, а швейцарские журналисты. Они, как известно, часть Швейцарии говорит на итальянском языке, история Италии им близка, и готовя очередную серию статей о Муссолини, о нем пишут в Италии достаточно много, так же, как и в Германии продолжают писать о режиме Гитлера, для того, чтобы разобраться и понять, что было сделано не так, чтобы никогда больше это не повторилось, они вышли на очевидную аналогию увлечений Муссолини и увлечений Владимира Путина, а также демонстрации силы. Оказалось, что эти два человека как бы зеркалят друг друга. Кто его знает, может быть, политические консультанты Владимира Путина не случайно выбрали такой образ и просто систематически, шаг за шагом, повторяют действия Муссолини. Остается только надеяться, что, может быть, и закончит Владимир Путин так же, как закончил любимый Дуче.